Готовим классическую шарлотку. Берем 3 яблока, режем на тонкие дольки, кладем в формочку, предварительно я ее смазала маслом, посыпаем сверху корицей. Яблоки убираем в сторону и начинаем готовить тесто. Для теста нам понадобилось 3 яйца, немножко ванильного сахара, щепотку соды, 1 стакан сахара, 1 стакан муки. Все это тщательно перемешали. Можно использовать миксер. Я взбиваю венчиком, а в конце тщательно перемешиваю ложкой. Тесто у нас должно получиться как густая сметана. Получившейся массой заливаем наши яблоки и ставим в духовку на 30 минут. Выпекаем шарлотку при 180 градусах. Наш пирог готов. Сверху я посыпаю сахарной пудрой и украшаю малиной. Готовьте по моему рецепту. Всем добра!